Всем привет! Продолжаем играть в Stronghold Вторжение. Сегодня следующая миссия — Жирный кабан Хрю-Хрю. Кабан вернулся огромный, голодный, и он хочет отобрать всю нашу еду. Единственное задание, которое нужно сделать, всего-то 6004 хлеба. Ребята, вы представляете? 6000 хлеба. В какой миссии хотя бы 1000 хлеба было? Да ни в какой. Это получается по 250. 24 на 6, 24. 25 амбаров нужно. 24 из которых полных под завязку. А если вдруг пожар будет, тогда что? И при этом всем еще кабан будет постоянно нападать. Ну что ж, приготовьтесь к долгой игре. Начинаем. Постройте амбар, сэр. Амбар. Да тут будет амбаров все, блять, в этих амбарах будет. Какие будут указания? Так, эти деревья тревожить пока не буду, пусть немножко разрастутся. Так, сохранимся. Помню, когда-то был прикол, когда я только начинал играть. Я сначала в Казаки играл, а потом Stronghold у меня появился через пару месяцев. И там же в Казаках башни стреляли ядрами. Я в Stronghold, я такой захожу, думаю, опа, башенки нормально будут прикрывать. Тут нападает первый раз кабан. Я думаю, что такое? Почему не стреляет? Клацаю тут, что-то ищу, какие-то там кнопочки, чтобы начало стрелять. Потом только додумался, 1360 год. Какие нахуй ядра, блядь? Опа, это я затупил, блядь. Места на складе нет. Вот это я затупил. Ну, конечно же, эти пашенки тут не нужны. Потому что их разрушат в мгновение просто. А так, на случай, камень будет. Насколько я понял, здесь... А нет, вот есть камень добывать. Но... Ждем ваших приказов. Да? Готовься! Так, что нам надо сразу? Арбалетчики. Правильно? Здесь нет работы, милорд. Просто арбалетчики. Так. Да. Лучники готовы для победы. Ров нужно хорошенько так увеличить. Тихо. Бараки. Бараки. Конечно, было бы неплохо где-то здесь их сделать, барак. Чтобы он никому не мешал. Просто, чтобы никому не мешал.
Так, а ну. Ну вот так. Наш золотой запас стабилен. Так. Конечно же, фермы ставим. У нас хавчик. Вау, что-то я провтыкал. Так, что-то я, блядь, реально провтыкал. Сейчас где-то тут. Колодцы, колодцы. Блять. Вы задолбали, конечно. Запасы провизии убывают, мой лорд. Мой лук к вашим услугам. Воду! Запасы золота неуклонно растут, сэр. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так, нам надо чуть-чуть какого-то оружие. Так, сейчас тут косить уже, надо, значит, мельницу ваять сразу. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Да, вижу. Запасы провизии убывают, мой лорд. Ваша популярность падает. Так, поехали. Чем мы убираем обслугу? Или... Подожди, нах... Нахер нам это надо, правда? Да, ваша милость, идем к цели. Кто, где, блядь? Еще медведь какой-то. Провизии осталось мало, повелитель. А, блядь. Милорд, вперед! Твою мать, нахуй! Мы уже в пути, уже идем. Я хуей. И готовить стрелы. Где ты, блядь, взялся? Твою ж дивизию, блядь. Провизии почти не осталось, милорд. Надо что-то построить. Займем червом. Копай. Запасы провизии убывают, мой лорд. Провизии осталось мало, повелитель. Внимание! Внимание! Шагом! Марш! Да не то, что мало, а просто пипец. Ага! Купить ничего не может. Вот это жопа. Убываем, мы постепенно расходуем деньги. Вот это жопа. Что надо делать? Отряд готов рыть. Не хватает оружия, да? Внимание, сэр! Бегом! Сейчас же будет нападать уже. Не хватает товаров. Кабан. Небольшой.
большой отряд кабана приближается к замку. Ну вот. Амбар пустится. Да, я понял. Все не густо. Ваша светлость. Внимание! Готовься! Вперед! Внимание! Стать в строй! Какие будут указания? Внимание! Вперед! Нас атакуют войска кабана! Ждем ваших приказов! Да? В воду! Мы идем! Лучники готовы! Инструменты готовы! Мой лук к вашим услугам! Мы уже в пути, лорд! Рой для победы! Уже идем! Давайте задание. Какие будут указания? Чем мы можем помочь? Дислокация ясна. Уже выходим. Снимайся! Бегом! Так, ну, во-первых, не буду так богато. Так, ну пока, конечно, не богато. В целом-то. Ну, арбалетчики. Что это, блядь, за бред? Это заряжают и едут куда-то, на роликах все что. Ай, господи. Что за бред? Да, ваша милость. Какая глубина? Да? Вперед! Вброд! Так, у нас же самое главное задание какое? Это хлеб. Это просто хлеб. Так, теперь пора здесь зачищать. Так, королей тут, конечно. Не хватает золота. Бля. Наш золотой запас стабилен.
с этими королями, блядь, заебали. Так, ну место прибавится ощутимо. Опа. Так. Начинается. Можете рассчитывать на нас. Проще Итак, начинаем ворота, нахер, вообще нахер. Всегда готов, с вашим указанием. Это будет легко. И это все нахер. Потому что оно будет только мешать. Вот так. Что нам делать? Тихо. Так, это вот. Запасы провизии пополняются, сэр. Пока двойной. Чтобы набрать золотишко. Так, пекарня. Поехали. Пекарня. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают всем, сэр. Да вы чё? Лучники готовы. Можете рассчитывать на нас. Это будет просто. Куда пойдем? Мы уже идем. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Выступаем. Надо что-то построить. Милорд? Ну, медведь. Медведь силен. Я знаю точно. Сейчас эти принесут и убираем. Чтобы место здесь не занимали в центре замка фермы зерновые. Так, вот это нахер. Внимание! Готов, сэр! Шагом!
Так. Что нам надо-то? Нам надо вот это. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Внимание! Стой! Строй! Вперед! Какие будут указания? Мы уже в пути. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Прыгай! Бегом, сэр! Мы постепенно расходуем деньги. Не хватает оружия, сэр. Так, давайте уже доносим-то. Итак. Не хватает товаров. Нам не нужно, все будет. Не хватает рекрутов, сэр. Так. Не хватает рекрутов, сэр. Стой! Небольшой отряд кабана приближается к нам. Ай, приближается. Так. И теперь все, нужно тупо. Так, а что, пожаров не будет или как? Я тут понаставлял немножко. Колодцев. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам. Да, эти кролики меня заебали, блядь. Сколько можно? Нас атакуют войска кабана! Нормально. Не хватает оружия, сэр. У нас уже аппарат неплохой. Досочек продадим. Не хватает оружия, сэр. О, нормально. О, только не катапульты. Я вас, блядь, просто прошу. Только, сука, не катапульты. Я, честно сказать, не рассчитывал, блядь, на катапульты. Вау, катапульты, сука! Ха-ха, ебать. Тебе в рот, блядь. Thank you.
Так хватит уже стрелять. Ебать. Меня не заебало, если честно. Ого. Кролей, блядь. Так, теперь нам придется покупать, сука, дохуя копьеносцев и расставлять, чтобы взять не делали катапульты, потому что это будет пиздец. Мягко спадывать. Что надо делать? Займемся рвом. Давайте. Что нам делать? Мы уже идем. Не хватает оружия, сэр. Встать! Строй! Блин. Захуярили мне замок. Тварюки блядские. А, я забыл, блядь. Угу. Это чуть не разрушили склад. Капец, блин. Так, сейчас я вспомню, как я это дело все делал. Как-то. Можете рассчитывать. Да. Куда пойдем? Есть ваш ответ. Всегда готовы. Ваши указания. Мы уже идем. Так. Что нам делать? Выступаем. Так, ну покупать. Копьеносцев это не вариант. Лучше пусть один чувак делает их. Как бы каждый раз покупать копьеносцев это не вариант. Ясно. Есть наша светлость. Я хотел поставить еще один, чтобы муку хуярило. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Мы уже идем. Выступай. Вот, блядь. Мы уже идем. Легко.
Выступай! Деньги. Да, блин, деньги. Ну, а с продукцией вообще ничего нельзя. Оружие, да, почти все можно. Кроме мечей и железной брони. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Послание от... Опа! Хорош. Народ весьма посчитает. Запасы провизии пополняются. Да заебало, сколько, блядь, надо. Не хватает оружия, рекрутов, сэр. А, понятно. Блять, а если тут будет пожар, то это будет пиздец. Запасы провизии убывают, мой лорд. Не хватает оружия. Запасы провизии убывают, мой лорд. Народ весьма почитает вас. Запасы провизии убывают, мой лорд. Не хватает рекрутов, сэр. А? Мы уже идем. Лучше сюда их собирать. Кто еще пожар? Все. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Выступаем. Запасы провизии пополняются, сэр. 6000. Это, конечно, капец. Сколько здесь амбаров надо сделать? Я даже боюсь представить. Запасы провизии убывают, мой лорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Блять.
Не хватает оружия, сэр. Готов, сэр. Я не хотел. Встать в строй. Сохранение. Послание от кабана. Люди кабана не знают страха. Войско кабана уже почти здесь. Выбежало слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. А? Можете рассчитывать на нас. Есть ваша ценность. Куда пойдем? Мы уже идем. Приступаем. Есть ваша ценность. Всегда готовы. Мы уже идем. Да. Это так, блядь, нечестно. Сука. Надо таки строить, блядь, баллисты. Та. Меня сейчас выебут. Назад. Где там, блядь? Ваше указание. Выступаем. Послание от кабана. Люди кабана не знают страха. Войско кабана уже почти здесь. И все пройдет как по маслу. Бля, я где что делал? Что-то не помню, блядь, я где делал? Чего они катапульты, блядь, не строили? Ебать. Это нельзя здесь разместить, милок. Честно, блядь, не помню, сука, пиздец. Указания. Есть смарт. В округе развелось слишком много кроликов. Ну иди сюда. Как я, блядь, делал, сука, не помню, блядь, пиздец. Что нам делать? Есть смарт. Мы уже идем. Честно, ну не помню, блядь, как я делал нахуй, пизди, пиздец. Было слишком много кроликов, они угрожают посевам, сэр. Есть ваша сердце. Мы уже идем. Выступай.
что не понравилось. Да слушай, ну что-то, блядь, не получается на. Слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Выбирайтесь, сэр. Готов, сэр. Вперед. Блять, ну ебать, ну вот чё. Строй. Ах, сука, что это, блядь, я нахуй заступлю её, пиздец. Не можешь понять, как я, блядь, делал нахуй. И всё. Блять, ну не так. Блять, как же я делал, блять, твою ж мать нахуй. Нихуя, блять, не понял нахуй. Ну... Много кроликов, они угрожают посевам. Что нам делать? Как же вы меня заебали, блядь. Это пиздец просто. А? В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Сохранение. Можете рассчитывать на нас. Есть наша светлость. Мы уже идем. Выступай! Есть! Это не так просто! Это не так просто! Так, второй! Один! Ну а ты 20, блядь! Куда пойдем? Мы уже идем! Выступай! Есть наша светлость! Сука, чем тебя, блядь, ёбнуть нахуй? Всегда готовы! Мы уже идем! Выступай! Есть наша светлость! Мы уже идем. Блять, все равно не успевают, а? Ядрить твою мать, сучка. Thank you.
данные. Это, кстати, секрет, чтобы разорвать непрерывное соединение амбара. То есть строим три штуки, там два, потом средний удаляем и получается промежуток. То есть если будет пожар, сохранение. Как-то будем выкручиваться уже более-менее. Не хватает оружия? Да ладно, не хватает оружия. Есть ваша светлость. Сохранение. Так, придется, блядь. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Мне не хватает, блядь, оружия реально. Продать нихуя нельзя. Запасы провизии убывают, мой лорд. Арбалетчиков пополнил. Сэр! Коцаны сюда. Готов, сэр! Готов! Поставьте строй! Внимание! Ждем ваших приказов! Сэр! Оружие над плечом! Готов, сэр! Мы уже идем! Так. Не хватает ресурсов, сэр. Строй! Вперед! Запасы провизии пополняются, сэр. Что делать тут, я честно сказать, блять. Не знаю. Якось тоді вони поки йшли, сразу ставили катапульти свої.
Я тут стоял. Есть ваша светлость. Соответственно, поставить не могли, все. Сейчас же, блядь, какой-то куда пиздец. Пойдем? Мы уже идем, выступаем. Всегда готовы. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Не хватает оружия, сэр. Внимание! Бегом! Не хватает оружия, сэр. Прыгай! Шагом! Марш! Да, вот 20. Сэр, вперед! Ваши указания. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов. Что нам делать? В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Есть наша бедность. Мы уже идем. Выступаем. Есть наша бедность. Мы уже идем. Выступаем. Стоп! Есть наша бедность. Запасы провизии убывают, мой лорд. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. Запасы провизии пополняются, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Запасы провизии... Послание от вас. Так, ну вот так делаем. Запасы провизии пополняются, сэр. Народ весьма почитает вас. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Да. Народ весьма почитает вас. Да, пожара уже нет. Внимание! Оружие! Стоп, плечо! Сохранение. Только 1000, ё-моё. Казна пустеет, ваша светлость. Только 1000. Видели отряд кабана в этих краях. Это, конечно, херово. Я. Бегом! Новость. Стать! Небольшой отряд крысы приближается. О, начинается, блядь. Кабан, крыса, блядь. Сохранение. Что я придумал? Это... Поставить башню чуть поближе. Угу. И чтобы арбалетчики могли доставать.
чтобы арбалетчики могли доставать. Можете рассчитывать на нас. До вот этих войск, которые здесь собираются. Нас атакуют войска крысы. Внимание! Куда пойдем? Мы уже идем. Где моя лопата? Всегда готовы. Наш золотой запас стабилен. Ваше указание. Так, не очень что-то сработало, но уже получше. Здесь под фермой будет зерновое место, потому что уже просто-напросто негде строить. Опа. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Налоги вполне справедливы, сэр. Окей. Я рад. К нам приходят новые люди. Это. А? Есть ваша светлость. Здесь глубоко? Thank you.
Чем мы можем помочь? Займемся рвом. Запасы провизии пополняются, сэр. Можете рассчитывать на нас. Ров? Наш золотой запас. Запасы провизии пополняются, сэр. Готов, сэр. Встать, строй. Внимание! Прыгай, сэр. Шагом. Ваш оружие на плечо. Готов, сэр. И будут указания. Встать, строй. Вперед. Внимание! Внимание! Куда пойдем? Всегда готовы. Мы уже идем. Выступаем. Ваши указания? Есть, ваша светлость. Мы уже идем. Что нам делать? А? Выступаем. Есть, ваша светлость. Мы уже идем. Да, ваша милость. Внимание! Сэр! Шагом! Отложи! На плечо! Готов, сэр! Можете рассчитывать на нас. Выступаем. Запросто. Куда пойдем? Это будет. Всегда готов. Легко. Проще некуда. Запросто. Ваше указание. Есть ваша светлость. Это будет просто. Что нам делать? Легко. Проще некуда. Послание от вашего писаря. Слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Это будет просто. Куда пойдем? Легко. Проще не. Это.
Это нельзя здесь разместить, милорд. Череда готова. Это будет. Мы уже идем. Легко. Ваше указание. Проще. Что нам делать? Выступаем. Запасы провизии пополняются. О, уже почти 2000. Надо что-то построить. Идем к цели. Небольшой отряд крысы приближается к замку. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Шагом! Запасы провизии пополняются, сэр. Хранение. Нас атакуют войска кабана! Казна пустеет, ваша светлость. А? Есть ваша светлость. Эх, далеко идти. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Куда пойдем? Выступаем. Ну, есть ваша светлость. Вот так должно было быть. Запуск. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Выступаем. Есть ваша светлость. Череда готова. Мы уже идем. Ваши указания. Нас атакуют войска кабана. Что нам делать? Выступаем. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Да. Спью. Загрузка. Куда пойдем? Мы уже идем. Выступаем. Сэр! Мы идем. Нас атакуют войска кабана. Мы уже в пути. Уже идем. Мы идем. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Да? Череда готовы. Ваши указания. Лучники готовы. Что нам делать? Есть наша светлость. А? Можете рассчитывать на нас. Легко. Куда пойдем? Мы уже идем. Всегда готовы. Проще некуда. Ваши указания. Запуск. Что нам делать? Выступаем. Есть ваша светлость. Это будет.
Можете рассчитывать на меня. Запуска. Это будет. Отлично. Всегда готовы. Мы уже идем. Запасы провизии пополняются, сэр. Построим ко мне барак где-то здесь. Не хватает камня, милорд. Не хватает, но сейчас сделаем. Опа. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Запросто. Это будет просто. Легко. Проще мне. Запросто. Выступаем. Есть ваша светлость. Что нам делать? Мы уже идем. А? Это не так просто. Короляка, куда ты текаешь, бля? Выступаем. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. Есть ваша светлость. Куда пойдем? Эх, далеко идти. Всегда готовы. Мы уже идем. Ваши указания. Что нам делать? Выступаем. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Мы уже идем. Выступаем. Да. Отлично. Можете не хватает рекрутов. Всегда готовы. Мы постепенно расходуем. Запасы деньги, провизии сэр. Пополняются, сэр. Хорошо. Сохранение. Так.
Не хватает оружия, сэр. Ваши указания. Нужно пару копий продать. Что нам делать? Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Не хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Так как это не хватает? Бегом! Казна пустеет, ваша светлость. Люди доверяют вам, ваша светлость. Сохранение. Запасы провизии 2500. Еще два амбара, будет половина. Половина, мать твою. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас провизии. Опа. А мука-то? А мука-то кончается? Ребята. Мука-то, блядь, кончается? Послание от вас. Вау! Так, не, надо бы загрузиться. Что-то, сука. Жестко. Жестко, блядь. Не хватает товаров. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Только пожар надо сразу эти убирать. Чтобы все не зажглось. Да, не было бы пожаров, было бы вообще четко. Так, блин. Жопска. Запасы провизии пополняются, сэр. Сохранение.
послание. Так, вы пока, блин, добежите. Отлично. Сохранение. Оп. Опа, муки нет. Вот это будет весело. Это, блядь, весело. Большой отряд крысы приближается к замку. Дадум, марш! В деревнях говорят, что видели отряд слона в этих краях. Сохранение. Все никак. В посуде развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Да, с мукой что-то. Вышел не очень. И купить ничего нельзя. Это будет легко. Проще некуда. Запросто. Это будет легко. Есть ваша светлость. Проще некуда. Мы уже идем. Запросто. Выступаем. Нас атакуют войска кабана! Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Есть ваша светлость. Ваши указания. Мы уже идем. Что нам делать? Выступаем. А, завтыка. Thank you.
задержал. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ну, вроде уже чихлело. И опять не хватит. Блин. Запасы провизии пополняются, сэр. Отлично. Сохранение. Попадаем. Переделаем вот так. Сэр. А что, еды не будет? Чуть-чуть подкрепите. Увеличить. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Это будет легко. Подобрать. Запуск. Мы уже идем. Это будет легко. Открой послание от вашего писаря. Выступаем. Я лучше его уничтожим, дать и построить. Я не знаю, блин. Куда пойдем? Есть ваша светлость. Всегда готовы. Мы уже идем. Ваши указания. Что нам делать? А? Выступаем.
сохранение. Запасы провизии пополняются, сэр. Да, муку розбирають, це є моє. Не співають реально робити. А, так я зможу потім золото платити. Я понял, платити золото? А хавчик убрать. Окей. Уже быстрее набирал. Ну, вроде я чуть-чуть пошли. Пошли. Ё-моё, ух. Ну тут, блин, не хватило. Это капец. Запасы провизии пополняются, сэр. Не хватает товаров. В казну поступает золото, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Капец, я понял. Сохранение. Пора, небольшой отряд крысы приближается к запаху. Нет, не пора. Можете рассчитывать. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Всегда готовы. Запасы провизии пополняются, сэр. Нас атакуют войска кабана!
ваши указания. Есть ваша светлость. Что нам делать? Мы уже идем. Оружие на плечо. Выступаем. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Можете рассчитывать? Проще. Да, это будет. Есть ваша светлость. Мы уже идем. Запасы провизии пополняются. Наш золотой запас стабилен. Народ весьма почитает вас. О, чуть-чуть набираете. Прямо сейчас тупо все заберу. Не хватает товаров. Отлично, я придумал, да? Платить золото, а хавчик, чтоб собирался. Сохранение. Четыре тысячи. Сохранение. Thank you.
народ весьма почитает вас, милорд. Вообще пожар забирает два счастья. В общем, весело. Можете рассчитывать на нас. Можете рассчитывать. Не хватает оружия, сэр. Куда пойдем? Мы уже идем. Так, пора строить новые амбары. Можно скорость увеличить. Всегда готовы. Ваше указание. Что нам делать? Выступаем. А? Есть ваша светлость. Можете рассчитывать на нас. Мы уже идем. Куда пойдем? Выступаем. Чтобы это дело побыстрее продвигалось. Много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Есть ваша светлость. Это не так просто. Будет просто. Легко. Мы уже идем. Проще некуда. Да, это будет. Выступаем. Придется включать. Казна пустеет, ваша светлость. Люди доверяют вам. Так, столько продержались, чтобы не тратить каучик. Так. Надо бы амбарчик построить. Запасы провизии пополняются, сэр. Можете не хватает оружия, сэр. Ваше указание. Есть ваша светлость. Запасы провизии пополняются, сэр. Сохранение. Запасы провизии пополняются, ну, сэр. Судя, чуть больше, чем 1500 осталось. Доски есть, 6 свободных, 5 свободных, 6, 7, 8. В принципе, можно... Небольшой отряд крысы приближается к замку. Будет одну хижину убрать. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Сейчас
Сейчас отобьем атаку и опять. Запасы провизии пополняются. Прекращаем подачу питания. Поступает золото. Нас атакуют войска кабана. Народ весьма почитает вас, милорд. Что нам делать? Запасы провизии пополняются, сэр. А? Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Мы уже идем. Всегда готовы. Приступаем. Ваши указания. Есть ваша светлость. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Казна пустеет. Так, сейчас мы одну уберем, чтобы людей было меньше. Одну хижинку уберем. И это она надо, чтобы 8 людей ушло. Сохранение. Запасы провизии пополняются, сэр. Сейчас она, чтобы она очень далеко не убежала.
Сейчас еще два уходит. Убираем. Наш золотой запас стабилен. Люди не доверяют вам, сэр. Нам приходят новые люди. Отлично. Теперь хавать будет меньше. Не хватает товаров. Соответственно, а количество не хватает товаров. Пекарей мы не уменьшали. Значит, быстрее насобираем нужное количество хавчика. Оп, прекратили подачу. Сохранились. Сохранение. Ускорились. 5 тысяч. Ну, осталась последняя тысяча. Вокруг развелось слишком много кроликов. Они зайцы нам эти короли не надо. Ну, носят. И хорошо. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Да, я забыл выставить. В деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Есть, ваша светлость. Всегда готовы. Казна пустеет, ваша светлость. Люди доверяют вам, ваша светлость. Ваши указания? Что нам делать? А? Мы уже идем. Можете рассчитывать на нас. Выступаем. Куда пойдем? Есть, ваша светлость. Всегда готовы. Ваши указания? Что нам делать? А? Нас атакуют войска кабана! Thank you.
Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Проще некуда. Всегда готовы. Так, а впереди вот эту вот халабуду. Что нам делать? Мы уже идем. А, все тут непонятно. А? Легко. Проще некуда. Не завалял. Войск все больше и больше запасы провизии пополняются. Да что такое? Запасы провизии убывают, мой лорд. Вроде бы затушили. Запасы провизии убывают, мой лорд. Наш золотой запас стабилен. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Так, параметры на максимум. Поехали. Сохраняемся. Сохранение. И финальный рывок. Ох, как крутится, ах, как набирается, твою ж мать. Вот это у нас амбаров. Твою дивизию. Ну
400 осталось. Придется чуть-чуть добавить. Опять половинный рацион. А что, еды не будет? Нет, сегодня не будет. Отлично. В округе развелось слишком много кроликов. Они угрожают посевам, сэр. Да, это будет. Выступай, кролик. Да, это будет. Пять половинный рацион. Ну а что делать? О, куда ты меня кинул? Так, на ферму не надо. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Так, я думаю... Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы в деревнях говорят, что видели отряд кабана в этих краях. Я думаю, что я соберу быстрее, чем они придут. Сохранение. Так, ну последняя соточка, давайте. Послание от вас. Все. Отлично. Вот это была миссия, ё-моё. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Совсем скоро. Всем пока.